меня спрыгивает на правую сторону, да? Да. А, нафиг. Мне вот интересно, зачем ты сюда развернулся? Да фиг знат. Потому что там твоя когтя мешает. Ой, пристраивается, я не знаю, как будто, блин, дальнобойщик какой-то. А как же? Все должно быть аккуратно. Грибочки в ход пошли. Вечереет. Или полдень. А, полдень. Две с половиной тысячи загруженность. Ну чего, все что ли? Не-не, погоди. Гадю. Все маленькое есть. Гадю. Ну, так бы, наверное. Наверное, все. Наверное или все? Да все, все, надо остальное просто выкинуть. Будешь отзваниваться? А мы еще полетим камни долбим? Да, я вам хочу на ту еще ближайшую гору. Которую... Да, вот тогда надо позвонить. Давай, звони. Я пока на паузу поставлю. Угу, давай. А хотя чего я буду на паузу ставить? Пока Виталий звонит, я сейчас его довезу туда. Заодно посмотрим. Так, сколько у меня с Виталием веса? 3000. Ух, ё-моё. Какой слева красивый аргентавис. Обалдеть, 80-й уровень. Ага, у нас справа три кошки. Мелкий уровень, я думаю, анкилы их, если что, ушатает. Так, ну что, можно его, наверное, здесь сажать. Кошек очень много. Виталий в землю вкопался. Сейчас договорится, темно станет и скажет, я ничего не вижу. Ты меня куда дел? Вылезай из земли. Ты меня похоронил? Вылезай, время идет, давай, то есть темнеет, и там кошки ходят. Так, Виталь, давай 1000 набирай,
по весу и скидывай в меня, потому что я не знаю по весу, что у нас будет. Так, а это у нас там кто ходит? Так, а где Карна. У нас есть металл-то? Я пока только эти самые кристаллы собрал. Так вот он перед тобой, металл весь. Вот я вижу. Там высоко. Ну, я рад за тебя. В принципе, анкила хорошо лазит. Попробуй залезть туда. Не-не, там отвесная скала. Ну, он тогда вперед чуть прогуляйся, там есть металл. Ты меня так не пугай. Чем? Шагами своими. Скажи спасибо, что я шагаю. Вот ты меня и напугал. Ты там по весу-то смотри. Вес. А вес. Сейчас спросит, а где вес? 774. Но это вместе с камнями. Тебе и не только, там еще и ягод куча. Вот. Подожди, туда не ходи, я тебя наверх закину. Не свались только. Да разве. Не хочет. Что у нас там по весу? Ну, добывай вот этот камень, И сейчас будешь меня перекладывать. Спускайся вниз. Не, а вон тот он еще надо забрать. Виталий, по весу, я же тебе сказал, ну, по весу. Подожди, я сейчас еще не выкидывал, говорю, погоди тогда, да сейчас выкину лишнее. Ну, давай, добей тогда тот. Цветочки какие-то не нужны? Ты металл добывай, сейчас темнеет. Ну чё, ты не видишь ночью? Вижу, но мне неохота здесь ночью тусоваться на горе. Не надо тусоваться, давай летим домой ночью. Вот, сейчас 931. Давай меня перекидывай. Ну и все, хорош. Все, летим домой. Три шестьсот, 4600. Еще 1000 можно было, но нафиг не буду рисковать.
Ну что, сейчас ставим на плавильню и можно разбегаться, в принципе. Да. Ну, мы сейчас будем подлетать. Если там наверху есть, у меня наверх сразу зайти. Так они все едят на ходу. Да, летишь, он как устал. Он раз, смотришь, там написали сверху, мясо съел кусок. И этот серый тоже. Завтра. Ну да, завтра мы вдвоем. Подкова. Подкова. Ну да. Вот его крышей накрыть вон ту вот эту внутренность. Да вон на угол меня сбрось, я обойду кругом. А потом я еще на Рексе прокачусь. Судя по всему. Трайков куча, Бронта. Да, все, здесь меня кидай. Пониже только желательно, да. Все, кидай. Вау, опять меня в землю вогнал. Все, я разгружаться. Сейчас приеду. Тут немного. По-моему, больше и нет. Триста девять кристаллов, охренеть. Да, он кристаллы лучше, чем черпой добывает. Ну, зато теперь будем знать. Может быть, мне тогда и сделаешь эту стеклянную крышу. Ну да, можно вон на вулкан опять будет слетать завтра. Угу. Там и безопасно, и...
Бегунковское яйцо нашел. Хватай. Пнул пару раз бегунка, он убежал. Яйцо забрал. Красавчик я. Молчит. Вон он стоит. Бегунок. Я, погоди, я на Рексе приеду. Так, чё, вес его, да? Да, вес. Можешь оставлять тоже, я разгружу. А, блин, надо было ягоды выкинуть. Да-да-да, повыкидывай сразу, Виталь, лишнее. А я уже тут, вот он я. Да, закинешь их туда. Ну, повыкидывай, Виталь, сразу. Мне тут металл еще таскать хрен знает сколько. Ты лучше не на Рексе, а на Волке прокатись. Там два бронта. Ну вот бронт Рексом ушатай, остальных Волком. Нужно это, кератина много. Сейчас ночь уже настанет. Надо бронту скорее шатать. Ну что, мы отлично набрали металла. Блин, яйцо бронтовское. Ну, ты же на Рексе? Да. Ну, в чем дело? Будем надеяться, что оно не пропадет, пока я его шатаю сейчас. Тем более под ним тут этот самый ходит. Стега. Сейчас, скорее всего, придется из стега шатать. Как больше разговариваешь? А я что делаю? Чё? Вот и шатай. Ну я и разговариваю, и дело делаю.